Всем здравствуйте, меня зовут Полина Малина, и я продюсер группы, работавшей над театральным трейлером «Чехов. Человек-чайка», поставленным по мотивам пьесы Антона Павловича Чехова «Чайка». Предметом нашего вдохновения стала сама персона Антона Павловича. Мы читали рукопись, смотрели документальные фильмы о нем и нашли с ним кое-что общее. Оказывается, и мы, и он очень любим Черное море. И оно вдохновило его и вдохновило нас, так как первую половину нашей работы мы проделали в Крыму. Это заставило нас задуматься о ряде вопросов. Что для нас значит искусство? Вечно ли оно? Хочет ли творец, чтобы даже после его смерти произведение продолжало жить? И наша команда, которую вы сейчас можете увидеть на экране, решила почувствовать себя немножечко Чеховым и поставить себя на его место, и создать кое-что вне времени и пространства. У каждого члена нашей команды были свои ответы на эти вопросы, которые прозвучали ранее. Кто-то отвечал на них, создавая невероятные костюмы прямо своими руками. Кто-то отвечал на вопросы путем создания различных мизансцен и распределения ролей. А кто-то путем минимализма на сцене отвечал на эти вопросы. Но театр — это место, которое объединяет все ответы. И ответы у каждого свои. Найдите и вы ответы на свои вопросы. И ответьте на главный. О чем для вас этот эпизод? О Чехове? О человеке? Или о чайке? Приятного просмотра! Константин Гаврилович Треплев, писатель. Ирина Михайловна Заречная, дочь помещика. Ирина Николаевна Аркадьевна, актриса, мать Треплева. Борис Алексеевич Тригорин, билетрист. Евгений Сергеевич Дорн, врач. Маша, гостья. Я люблю вас! Нет, не то. Не то. Я люблю вас! Это какое дерево? Вяз. А чего он такой темный? Уже вечер, темнеют все предметы. Не уезжайте рано, умоляю вас! Нельзя! Когда же начнется?
начала. Через минуту, прошу терпения. Господа, начало, прошу внимания. О, вы, почтенные старые тени, которые носитесь в ночную пору над этим озером, усыпите нас. И пусть нам приснится то, что будет через 200 тысяч лет! Через 200 тысяч лет ничего не будет! Будет! Еще как будет! Люди! Львы! Орлы-куропатки! Рогатые олени! Гуси! Пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и все те, которых нельзя было видеть глазом, словом, все жизни, свершив печальный круг, угасли. Это что-то декадентское. Мама! Нельзя так, матушка, обращаться с молодым самолюбием. Я должна вам признаться, в вашей пьесе трудно играть. В ней нет живых лиц. В ней мало действия, одна только читка. Довольно! Тригориан разлюбил ее и вернулся к своим прежним привязанностям, как и следовало ожидать. Насколько мне известно из того, что понятно, личная жизнь Нины не удалась совершенно. Я сильно изменилась. Да, вы похудели, а ваши глаза стали больше. Я боялась, что вы меня ненавидите. Разлюбить вас я не в силах, Нина. Я зову вас, целую землю, по которой вы ходили. Зачем вы говорите, что целовали землю, по которой я ходила? Меня надо убить. Я так утомилась,
отдохнуть. Несмотря на неудачную премьеру спектакля в Александрийском театре, сегодня «Чайку» играют во многих театрах мира. И по сей день пьеса «Чайка» печатается на десятках языков мира миллионными изданиями.